Прогнозов на развитие событий в соревнованиях на Кубок города по футзалу было много, но в основном они сводились к тому, что высшая лига забьет первую и в финале будут соревноваться все те же бонзы от местного футбола, что и в чемпионате города высшей лиги, а именно Евромода, Таможенник, Бриз и Сигнал. А нет, жизнь иногда преподносит совершенно неожиданные сюрпризы. В игре Бриз высшая лига и Таврия В первая лига победила именно Таврия В и с приличным отрывом в счете 6-3. Для многих из болельщиков это стало настоящим потрясением. Они вставали и уходили из зала. Таким образом, Бриз выбыл из числа соискателей победы на Кубок города. Но он по-прежнему в высшей лиге, и произошедшие события никак не отразятся на его статус-кво. Оксана Картелян, веб-студия «Курьер».